Перевод фансаб-группы Nightmare озвучила Кадзе. Полное видео в описании. Приятного просмотра. Я подстригся. Готовясь к артисту месяца, тогда я подумал про себя, чего я еще не показывал. До этого я показывал множество своих разных сторон. Я хотел передать стойкость, свою сильную внутреннюю сторону. Выступление, которое ты подготовил. Мое выступление. Я хотел включить много традиционных моментов. Поэтому вы можете увидеть движения, которые попадают в ритм, и множество определенных углов, включенных в хореографию. Поначалу я был действительно ужасен в танцах, поэтому меня всегда ругали, и я плакал. Я танцевал изо всех сил, и даже практиковался после школы. Я помню те времена. Нет времени вдохнуть? Возможно, это могут почувствовать, но сейчас я безумно волнуюсь. Все концерты были отменены, и наши фанаты не могли присоединиться к нам на музыкальное шоу. Пустота очень сильно ударила по мне. Поэтому были времена, когда я был совершенно в себе не уверен. Я смогу это сделать, верно? Думаю, я хотел показать свою страсть. Я принялся за это со своим рвением к танцам и желанием, чтобы больше людей увидели мой танец. Даже если я не озвучиваю свои мысли, я спокойно могу выразить их в танце. Поэтому я думаю, танец для меня — это еще один язык. Привет, я артист октября, Хён Джин из Stray Kids.